Колбы, шприцы, пробирки, одноразовые перчатки, комплект обязательной амуниции эксперта такой лаборатории достаточно лаконичен. Однако именно здесь, где встречаются научный разум, синтез, анализ и современные технологии, проявляется истинная картина происшествия. Судебные эксперты генетики могут поставить точку даже в самых запутанных делах. Весь изъятый с места преступления материал вносится в базу данных и хранится в ней постоянно. На сегодняшний день именно ДНК-анализ позволяет достоверно и точно установить происхождение следа от конкретного лица. В наш отдел ежедневно со всей области доставляются вещественные доказательства, которые могут помочь распутать самые запутанные криминальные истории. Именно иногда благодаря им эксперты буквально по крупицам помогают восстановить истинную картину преступления. Нередко, когда именно благодаря судебной генетической экспертизе удается раскрыть преступление. Благодаря эффективной работе экспертов-генетиков, а также имеющейся в Госкомитете уникальной базе данных, удается объединить уголовные дела в одно производство и раскрыть преступление не по горячим, а по так называемым холодным следам. Технологии и слаженная работа экспертов управления позволили совсем недавно поставить точку в весьма запутанном деле в Кобринском районе. 5 лет назад, напав словом на пожилых граждан, неизвестный мужчина совершил ограбление. Его личность тогда не была установлена. Спустя время мужчина стал одним из подозреваемых в очередном уголовном деле. Изъятый у него биоматериал был передан экспертам. В рамках сопоставления было выявлено совпадение генотипа. В содеянном мужчине все же пришлось сознаться. Спустя практически 5 лет к нам в отдел был доставлен образцы биологического материала мужчины 65-го года рождения, уроженца Брестской области, который подозревался в причастности к нераскрытому преступлению тяжкому, совершенному на территории нашей области. Результаты исследования его генотипа были переданы в базу АИС-ДНК. И каково же было удивление всех, когда при сверке по нераскрытым преступлениям оказалось, что именно генотип этого мужчины был обнаружен в 2015 году на металлическом ломе. Каждое 5-е преступление раскрывается правоохранительными органами благодаря отпечаткам пальцев. Об этом говорит официальная статистика. Сегодня дактилоскопия не просто элемент исследования. Это серьезная наука, позволяющая с максимальной точностью установить личность человека. Судебные эксперты Брестской области имеют серьезную базу для проведения качественных исследований. Современные технологии позволяют передать всю имеющуюся информацию в управление в более сжатые сроки, что качественно сказывается на скорости раскрытия преступлений. Мобильные телефоны оснащены камерой хорошей, вот, по защищенным каналам связи непосредственно с мест преступлений. Эти следы поступают к нам в отдел. Значит, и мы можем установить, даже человека были у нас случаи, когда человек еще находился, группа работала на осмотре места преступления, мы уже знали личность преступника. Эксперты работают круглосуточно, поэтому вся поступающая информация быстро обрабатывается, а результат передается дальше для установления истины. А это значит, что за каждым преступлением все же последует наказание.